Всем привет, друзья, с вами канал Твой Игровой, меня зовут Денис, и сегодня со мной поиграет Женя. Всем привет. И поиграем мы в супер-мега-крутую классику Каркасон. Поехали! Данную игру вы можете приобрести в магазине Мир Приключений, по ссылочке в описании, как всегда. Заходите, посмотрите, может быть, какие-то другие игры вам понравятся, там есть все. Начиная от семейных игр, заканчивая до игр в какой-нибудь дружной, большой, веселой компании. Итак, а мы начинаем наш Let's Play с того, что расскажем вообще, что за Каркасон. Вообще-то, на самом деле, классика, уже заслуженная. Нельзя отнести эту игру ни к Америтрэшу, ни к Еврогеймам. Тут есть и случайность, но при этом есть и тема феодализма, и ресурсы, там, и победные очки. То есть, ну, такая вот гибридная, можно сказать, игра. Значит, игра эта является, как мне кажется, неким новым этапом становления современных настольных игр. Очень многие настольщики начинали именно с этой игры. Она очень простая, но в то же время даже эта игра может привести к переворачиванию столов и семейным ссорам. Потому что, да, на первый взгляд так все классно, поля, замки, дороги. Но когда у тебя отжимают замок или дорогу, которую ты строил всю игру... А тут, извините, уже не до шуток. Итак, игра о том, как мы будем управлять своими рабочими, размещать их на поле, размещать тайлы, на которых у нас будут города, дороги, поля и монастыри. Ход игрока состоит из следующих фаз. Мы берем тайл, мы их разделили вот по таким стопочкам. Из любой стопочки можем даже заглянуть куда-нибудь под стопочку. Любой тайл берем, переворачиваем и должны приложить его к уже имеющемуся на поле тайлу. Так, чтобы дорога совпадала с дорогой, город совпадал с городом, поле совпадало с полем. Ну а монастырь укладывается по особым правилам. Все нюансы будут в процессе игры, и мы можем выставить своего рабочего на тот тайл, который только что выставили. Мы можем рабочего выставить на дорогу, и тогда он станет разбойником, в город, и тогда он станет рыцарем, либо в поле, и тогда он станет крестьянином, либо в монастырь, и тогда он станет монахом. Так вот, для чего же мы в разные места своих миплов ставим. Да, это миплы. Вот это самый, наверное, узнаваемый символ настольных игр. Вот этот вот силуэт. Это все придумано, насколько я помню, именно в Каркасоне, и он даже, по-моему, правами авторскими обладает. Вот. Мипл от двух слов соединения. My people. Мои люди. Вот, значит, просто за каждый вид построек, за каждый вид гексов мы будем... Ой, гексов, извиняюсь, тайлов мы будем получать разные победные очки. Завершение города означает, что каждый тайл с городом будет нам приносить 2 победных очка, дорога 1 победное очко будет приносить при завершении. Ну, а поля считаются в конце игры, об этом поговорим попозже. Монастырь, если вы его застраиваете вокруг тайлами, то он приносит 9 победных очков. Что я хотел сказать еще. Мы играем не просто в базовую версию, мы играем с дополнениями. Причем мы сделали такой микс, который был бы нам удобен. За это я и люблю Каркасон. Возможно, я сделал что-то и не по правилам, потому что я брал не целые дополнения, а некоторые элементы дополнений. Ну, насколько я помню, так делать можно и даже, наверное, нужно. Что мы вообще взяли? У меня королевский подарок. Не базовый Каркасон, а такой набор из нескольких дополнений плюс база, да? Мы взяли таверные соборы, то есть наши дороги будут увеличиваться в цене, если на них будет таверна. Собор будет увеличивать стоимость построенного города завершенного. Что-то у нас... А, у нас появляется также крупный подданный, то есть все наши миплы, они за единичную силу считаются, да? А крупный за 2. Также у нас еще здесь мэр, о нем чуть позже. Что у нас еще есть? У нас будут купцы и строители. От них мы возьмем ресурсы. При завершении города будем получать также и ресурсы. Кто больше ресурсов наберет определенного типа, тот будет получать за каждый тип 10 победных очков. Свинью строителя мы решили не брать, чтобы не усложнять особо правила.
Так, аббат и мэр. Аббатство мы не будем брать, а мэра возьмем. Мэр будет у нас считаться за столько миплов в городе, сколько у нас в городе щитов. А вообще щиты при подсчете победных очков, когда город закрывается, еще дают по 2 победных очка за каждый щит. Повозку не будем брать, амбар не будем брать. Так, возьмем еще короля и атамана. Король выдается тому, кто построил самый большой город и переходящий это значок. А атаман выдается тому, кто построил самую длинную дорогу, тоже передающийся во время игры значок. В конце игры они дают бонусы. Ну и, собственно, все. Мы будем считать в процессе игры победные очки, когда мы будем закрывать объекты на поле, а также в конце игры. Ну, а мы начинаем. Итак, я беру тайл любой, смотрю на него и присоединяю к нашему стартовому тайлу. Вот так вот стартовый тайл выглядит, вот так все остальные. И смотрите, что мы сделаем. Я сейчас размещу здесь тайл и поставлю сюда... Ну, допустим, большого мипла, который за двух. Я немножко, знаете, увеличу наш вид для того, чтобы просто было лучше видно. Потом, по мере разрастания, Каркасон такая невероятная игра в том плане, что нельзя предугадать, куда будет развиваться вообще этот игровой стол. Вот, почему я поставил сюда... Только на тот тайл, который вы только что выложили, можно поставить мипла. А крестьянин, если бы я выложил крестьянина, он остается до конца игры. Забрать его уже нельзя. А вот когда вы завершаете строительство других объектов, кроме полей, ну, поля вообще нельзя завершить, они в конце подсчитываются. В общем, завершая объект, вы забираете своих миплов обратно. А очень важное правило также, это то, что вы не можете размещать миплов на тех объектах, где есть или ваш, или чужой мипл. Это очень важно, очень важно. То есть, смотрите, давайте, появится ситуация, я расскажу. Вот я сюда поставил, передал ход Жене. Женя ставит сюда. Смотрите, что он делает. Он завершает город. Да, это маленький, конечно, но все-таки город. И ставит своего мипла сразу же и получает 2 плюс 2 за каждый тайл с городом по 2 очка, да? 2 плюс 2, 4 очка. Раз, два, три, четыре. Смотрите, тут мне тоже не показать, ладно, покажу потом. Достаем город. Так. Вот так я продолжаю дорогу. И, пожалуй, поставлю сюда мипла, как будто там. Это у нас не перекресток. А, точнее, перекресток, да. Дорога уходит и туда, и туда. Ты будешь ставить что-то? А ты никак не поставишь, потому что ты не можешь ставить сюда, потому что ты как бы объединил этим тайлом вот эти все тайлы с дорогами, теперь это единая дорога, и сюда ты не можешь ставить, потому что здесь мой мипл. И я бы, если поставил этот тайл, я бы тоже сюда не мог поставить, потому что уже на этой дороге мой мипл есть. Так, идем дальше. Ну, вот интересная штука, смотрите. Допустим, мой мипл стоял бы вот здесь. Я ставлю сюда город, и сюда я уже не могу поставить мипла, да? Потому что, видите, город уже соединен. Вот эти два тайла соединяются, это уже как бы единый город. И так как уже в этом городе есть мой мипл, я сюда своего еще поставить не могу. Как же так? Как же сделать так, чтобы город оказался ваш? Смотрите, чем больше миплов на определенном объекте, того и становится этот объект. Да? Если равное количество, то очки получает и тот, и другой игрок. Чтобы мне сделать так, чтобы моих миплов было побольше в городе, который я собираюсь построить, мне, по идее, нужно как-то его вот так вот ставить. Ну, допустим, что здесь нет вот этого моста. Это не пересекающиеся города, кстати, да? Допустим, нет этого моста, и я бы поставил вот так, тут бы было поле, и вот сюда-то я уже как раз могу поставить свою миплу, потому что, ну, это отдельный город, все нормально. И потом, уже в процессе игры, я бы старался соединить
два этих тайла с помощью вот этих вот пространств, да, то есть сюда бы тайл какой-то поставил, чтобы город пошел сюда, и здесь бы тайл поставил, чтобы город пошел сюда. Я бы их объединил, и получилось, что уже в городе два моих мипла. Так и Женя может пристраиваться где-то тут сбоку, вот так вот строить и объединить, положив какой-нибудь тайл, объединить, и что-то там дальше произойдет. Но я поставлю вот так. А, да, извиняюсь. И все, больше я ничего сделать не могу. Да, здесь два, здесь один. Это вот как бы пока что два разных гипотетических города. Женя ставит сюда мэра, то есть он рассчитывает на то, что мэр вообще никакой силы не имеет, если в городе нет щитов. Один щит — это значит пока что у него здесь один мипл. Вот. За каждый щит, если есть мэр, считается, что у вас там один мипл. Непонятно, да, наверное, говорю? Каждый щит — это один мипл. Будет 5 щитов, будет 5 миплов. Но только если мэр стоит. Так, дорога проходит сквозь город. И пусть тебе идет. Я поставлю вот так. И сюда тоже поставлю мипл. Пусть будет. Если миплов у вас нету в запасе, то, извините, ничего вы не можете построить. Выставить, то есть. А, Женя вот объединил теперь наши тайлы, и теперь мой мипл здесь, его мипл здесь, ничего не противоречит, сюда он ничего поставить не может, но зато теперь мы боремся как-то за этот город. Так, и мне, кстати, выгодно поскорее закрыть этот город, потому что пока один щит, значит, уже не один мипл, а у меня большой мипл, который считается за двух. Пока что я выигрываю. Так, вот теперь у нас монастырь. Ну, надеюсь, вот поле к полю. Надеюсь, что здесь все застроится. И я сюда ставлю своего монаха. И если вокруг монастыря достроятся все тайлы, то я получу 9 победных очков. Угу. Ну, соответственно, тебе нужно ставить сюда, да, чтобы потом вот так вот объединиться как-то и чтобы было больше. А я, пожалуй, возьму вот так. И я не хочу, чтобы ты объединялся. Пусть у тебя будет, ладно, 4 победных очка, но извини. Так, интересное тоже дополнение, про него я сказал, да, собор, который превращает теперь каждый тайл с городом не в 2 очка, а в 3 очка, только если он будет застроен. А вот в конце игры, если вы будете начислять очки за незавершенные города, то за этот город вы ничего не получите вообще, так что его выгоднее, конечно, застроить. Так, а я возьму здесь... И ты, кстати, получаешь короля за то, что завершил первый город. Пока что он самый большой у тебя. Каждый щит дает плюс 2 победных очка. В обычном городе, без всяких мэров, вот я бы получил, если бы тут закрыл, 2, 4, 6, 8, 10, 12 еще за щиты.
Нет. Если вот так, то что я получаю? Нет. Так. Ну, ладно. Да, пожалуй, я вот так вот закрою. Сразу получу победные очки и выставлюсь. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот. Угу. Хочешь их объединить? Нет, это же перекресток. А, то есть, когда здесь закончится дорога? Да. Так, все, мы уже вылезаем за рамки. Так, окейшки. Мастер, что ж, да? Угу. Как-то не стыкуется. Почему? Все правильно. Дорога. А, рисунок? Ну, сори. Так стыкуется. Так стыкуется. Так, надо подумать, куда его поставить. Это придаст тебе силы. Мэра я сюда поставил. Ты закрыл дорогу. Раз, два, три, четыре. По одному победному очку за каждый тайл. Если бы здесь была таверна у тебя на дороге, но она, к сожалению, после уже стоит, это не перекресток, а ну, разные дороги. Если бы она была здесь, то ты бы получил по 2 очка за каждый тайл. Я так поставил? Ну, вот, пожалуйста, да, вот теперь 2, 4, 6, 8. 8 очков, а не 4. Еще 4 добавь и забираешь свое. Так, и ты, у тебя еще и самая длинная дорога. Поздравляю. Так. Пора прекращать тут все эти дела. Ход конем. Так.
конечно, что будет. Три монастыря, да. Такого мне еще не было. Представляешь, что творится? Не надо. Дай-ка я уберу. Это реально... Ненормально. Вообще. Тебе некуда ставиться. Ну-ка, дай-ка я сниму это, чтобы запостить. Ну что? Походил. Так, поехали дальше. Ну, наконец-то не монастырь. Угу. Шесть побед очков. 2, 4, 6, 8. Еще защита. Каждый щит — это 2 победных очка, плюс ты получаешь товар. Так. Итого я получаю 9 победных очков, потому что вокруг монастыря все закрыто. Еще 9 победных очков. Вокруг второго монастыря все закрыто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, больше. Ставлю дорогу, тут же закрываю. Угу. Это 2 победных. 2 победных очка. Можно я перехожу. Мне нужно 2 победных очка. Сюда хотел поставить. Ну окей. Так, я ставлю сюда, тоже ставлю и получаю 1, 2, 3, 4 победных очка. Так. Итого я получаю атамана, да? У меня ж... Не, у тебя тоже было 4, у меня 4. Все нормально.
отжимаем замок. Mm-hmm. Потихонечку. Два, три. Нет, мой мэр же вот здесь. Чуть я тебе буду давать-то. Мэрский. Тречка. Тречка. Ой, эти дороги, конечно. Пять дорог. Да, ты посмотри, что-то сегодня день всего. Так, так, ты ее не присоси, я лишь к тебе совсем. А вот так... нет, что-то воевать, ладно. Фикс, давай. Не будем. О, все. Ты посмотри. Дорога. Да, спасибо. Так она закончится, да, дорога? Угу. Ну ладно. Раз, два, три, четыре. А сколько вот этот таверн дает? Таверн дает два дополнительных победных очка. Не один считается, а два за дорогу теперь. Так, у тебя сколько здесь? Раз, два, три, четыре. Ну, а так умножь на два. Восемь. Так, идем дальше. Так, раз, два, три. Я долго искал этот тайл, угу. А ты его забрал. Так, раз, два, три. О, какой три? Извиняюсь. Пиво, пиво, пиво. Это же дорога-то продолжается. Ну, я его сюда не хочу, не хочу. Thank you.
Тавернушка. Раз, два, три. 6 победных очков. И спасибо. А, я тебя освободил, получается, да? Ты не то, что освободил, ты сделал мне супер круто, потому что у меня теперь раз, два щита. Это два мипла. Еще два мипла здесь и один мипл здесь. То есть у меня 5. А у тебя раз, два. У тебя 2. Блин. Ну все. Ну, у тебя есть еще шансы добивать щитами или вот здесь достраивать какие-то штучки, чтобы... Да, я его туда поставил, короче. Понятно. Так. Во, другое дело, только тебе нужен такой, но не такой. Не, никак. Ну ты понял, если бы тут было поле, то да, ты бы вот с этим мог еще объединиться. Было бы вообще круто. А еще и сюда можешь поставить, сюда-то, этого мипла, чтобы потом начинать. Ну да, в принципе. Так что не все потеряно еще, на самом деле. Вот видишь, я какие строю замечательные строения. Раз, два, три, четыре. Похоже на наших строителей дорог. Раз, два, три, четыре, да-да-да. Бессмысленные, без пощады. Кольцевая. Правда, за городом. В принципе, она за городом, да? Все верно. Ну, должно быть как бы вокруг города, ну ладно. И так сойдет. О, кстати, да, ты вот сейчас прям... Ты позарабатываешь сейчас. Я зарабатываю за этот городок. А тут у тебя нет миплов. Как ты за него можешь заработать? Вот так. А, ну окей. Да. Заработал. Да. 2, 4, 6. И ты прям в корне изменил ситуацию? Или нет? Пытаюсь. Да, ты сейчас сделал так, что мэры, ну, убрал еще конкурента. Вот. Осталось 2 мэра. Осталось этайл найти и закрыть здесь. Да. Но это не точно. Видишь, чтобы его закрыть, еще надо постараться. Не так-то просто. Да, вот такой тайл я искал бы. Не подходит. А, да, там дорога. А тебе, кстати, тоже не подходит. Ничего не подходит. Ладно, дожмем у тебя 4 победы. Окей. Так, я тогда закрываю здесь. И получается у меня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Пим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, четырнадцать. Не очень удобный счетчик, конечно, там. Там только с шагом 5 пронумерован. 5, 10, 15. Короче, тоже кольцевые строки.
Решил, что в крепости пробки. Надо разгрузить город. Так. Мало ли ты решишь удержать его. Ну, кстати, я 50 очков получил. Чем здесь дорога? Ну ладно. О, класс! 2, 4, 6, 8. 8 очков. И ты тоже получаешь 50 очков. Ура! Да, положу вот так. Какая загогулина, а? Два, четыре, шесть, восемь, десять и два бочонка. Нет, хочешь соседние города основать? Нет. Мне уже тот разогнался. Слишком много народа. Пусть будет так. Да, дорогу поставь. Нечего ставить, мидлов нет. Да, сори, нельзя. Так, еще монастырь на 9. Куда я? Видишь, вот так вот, да? Раз, и тебе бы я сделал. Да-да-да. Я как раз искал этот тайл. Приятно. Но эта игра про другое. Это... Про неприятно. Это игра про другое. Ну, собственно, все, хватит здесь строить дорогу. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Я беру атамана. И 20 побед очков. Давай-ка немножко пододвинем. Разрастаемся непонятно куда. А, игра-то когда у нас заканчивается? Когда все тайлы выложатся. Так что играем до победного. Ну нет, невозможно же так.
Я халю? Угу. Извиняюсь. Даже не знаю, что сказать. Поздравляю. Не с чем. А, это у тебя не... Это в монастыре, точно. А, ты забирай тогда. Это же тоже. Да. А сюда ты поставил. Да, ты закрыл, взял, потом поставил. Все правильно. Просто дорога. Просто дорога. Как это чудесно. Я хочу попасть в некие поля, но пока ладно. Ты зачем? Так, как ты зачем? Центр. Ё-моё. Конечно.
Надеюсь, я тебя дострою, городок. Подожди. Нет? Да чувствую, я не найду тут тайлы, который продолжал. Так ты же этот город закроешь. Понятно. Но потом я не найду тайлы, который бы и дорога была, и город. Ну, я тебе по опыту скажу, что лучше закрывай. Здесь не так много тайлов осталось. Ну ладно. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. И бочечка, пожалуйста. Так. Там надо, по идее, короля посчитать. Что там по городам-то? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, ты короля берешь. Да, у тебя король, у меня дорога. Нет! Я нашел его. Да за что? Так, у меня 2, 3, 4, у тебя 2. У меня вчера такой же был замок в Бургундии, когда ты взял мой рынок. Так, ну ладно. Зато там есть... Я его не взял. Так. Как раз бы хватило делать больше. Ну, давай считать. Раз, ой, что я считаю, это чужой город. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать умножить на три. Здесь отдельный город. О, видишь, я как любитель считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Правильно? Нет, это ж другой город. Другой. Здесь только один. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 13 умножаем на 3, потому что здесь собор. Это 39. Да? Да. Плюс 2. 40. 1 плюс 2 – 43. 2 шелка и бочка. Два, три. И еще 40. Значит, у меня 140. Блин. Зря этот город закрыл, короче. Ну вот да. За это дало все. И все, я походил. Да, это была ошибка. 4. Ходи. Monastery.
Ну. Десять очков. Две бочки. У тебя тоже 100 получается. Ну не такой уж и большой отрыв, я тебе скажу. У меня. О, класс, все, я туточки. Крестьянин. Угу. 4 очка получаешь. За то, что закрыл дорогу с таверной. Ну, ты бы сюда поставил мипла и забрал. Угу. Так. Ох, не получается мне закрыть. Здесь закроем. 6 очков и шелк. Ну, такой мне будет полегче найти. Все. Прикинь. Некуда. Пока что. Да не, можно сюда, но там тригоны его строить, блин. Поставлю сюда. Прикинь. Подожди. Так ты это же к моему городу пристраиваешь. Ну, ты же к моему пристраиваешь. А это почему? Ты же решил, что это твой. Пускай там стоит. А, я понял. То есть ты решил, что я тебя насолил? Да. Я-то не знал, что ты хочешь там это. Ну, теперь я понял, да, я его теперь не закрою. Да. Долго. Хорошо. Так. Так, слишком далеко убежал. Давай так. Большого мимо поставлю.
Так и ставь сразу. Нет, не хочешь? Город. Все-таки в конце недостроенные города будут засчитываться, поэтому... Вот. Так, я такую интересную штучку достал. Что это? Ну, я... Можно что-то закончить. Да-да-да. А здесь это можно закончить. Ну, я-то как бы это... На поле лежу, поэтому... Мне все равно. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так, и я завершаю тоже здесь городок. А, и дорогу завершаю. 1, 2, 3, 4. Уже давно. Раз, два, три, четыре. У меня что там? 150 очков получается? Да. И еще город. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и бочка. Вдруг закрою. Поставь тогда как-нибудь. Ну, вот так можешь поставить, например. Вот так. Смысл не меняется. И да, и можешь тут закрывать. Например, вот так. Подожди, тут зрители не видят ничего. Вот. Давай к тебе стол подвинем. Во. Еще маленькая штучечка и закрыть этот город. Такая, что ли? Блин! Ну куда я? Типа некуда больше поставить. Ну, Женя, блин, ну почему так-то? Ой, еще давай. Да, тебе. О, какой у тебя богатый город. Ну что? Ну давай. Ход? Да. Хоть что-нибудь я закрою. Да закроешь-ка. Нет? Да, конечно же, я не закрою. Короче, так из меня строитель. Ну что ж, вот мы и завершили игру, и теперь давай посчитаем наши победные очки. Значит, вообще я больше всего не люблю считать победные очки в Каркасоне в конце игры, на самом деле. Давайте, может быть, я просто скажу, за что бы мы их посчитали, или мы прям посчитаем. Давай посчитаем, теперь хорошо. Понятно. В конце игры дорога... не завершенная стоит одно очко. Есть у тебя незавершенные дороги? Раз, два, три. Снимаешь микро. Три? Да. Здесь у тебя завершенная, да? Кстати, ты за нее получил бы еще во время игры. Один, два, три. Три очка. Дальше. Дороги есть у тебя? Больше нет. Город незавершенный. Одно очко за квадрат плюс одно очко за щит. Считай. Этот? Да. По одному очку за каждый квадрат и плюс одно очко.
2 очка защиты. И по 1 очку защиты. 9, 10, 11, 12, 13. Так? Да. Так, я тебе дал полтинничок. Идем дальше. Монастырь. 1 очко за квадрат с монастырем, плюс 1 очко за каждый соседний квадрат. Закрытый монастырь, так, да? Да, да. Раз. Соседний. 2, 3, 4, 5, 6. Снимаю. Убирай. Да, тут тоже город. Раз, два, три, четыре. У тебя 4. Раз, два, три, 4. Угу. И раз, два, три. 7 очков еще. Ну, еще у тебя больше бочек. Нет? Раз, два, три, 4. Я тоже 4. А, ну мы по 10 очков получаем. Можно их не зачислять. Угу. Я получаю все равно 10 очков за шелк, потому что у меня его больше. Ну и если... кстати, за собор, за этот город я вообще ничего не получу, потому что здесь собор, и он недостроен. Вот. Ну и здесь я буду получать за... Вот здесь 3 очка получу за крестьянина, который соседствует с этим полем. А, то есть он лежит на поле, и с ним за каждый соседствующий город, да, я буду получать 3 очка там. 3... Еще 3, еще 3, еще 3, еще 3, еще 3, еще 3 за этот город. Здесь уже поле заканчивается. Кстати, а кто вот так? Я что, счетырил, что ли? Ядрёна мать! Ты не мог так поставить. А, нет, подожди, тут не было тайла. А, это я так да, поставил? Да, это ты счетырил. Ну ладно. Сейчас вам проверю. Короче говоря... Результат не повлиял. Да, вот такая вот игрушка. Она великолепна. Она настолько простая и настолько, может быть, захватывающей, что вообще не заскучаешь. Я начинал с этой игры. Помню, купил ее в магазине «Игровед». Я помню, потом говорили, что качество как-то изменилось у Каркасона. Не знаю, не видел нового Каркасона. У меня вообще все нормально, ни заусенцев, ничего нет. Сейчас приблизим. Тайлы прям суперские. Вот, такие дела. Ну, что ж, Женя, скажи, что думаешь? Игра интересная. Понравилась? После работы можно... Да. Медитировать. Можно вдвоем играть. По-моему, тут до пяти, что ли, игроков. Врать не буду, у меня просто коробки нет уже. Играл я первый раз, поэтому все-таки. Да, опыт тут решает, конечно же. Я просто там, ну, уже как-то чувствуешь, когда надо завершать города, там, когда нужно расстраиваться. Ну, у меня такая стратегия, например, я люблю один какой-нибудь город большой построить обязательно, за него побороться, чтобы была интрига какая-то, и потом уже остальными какими-то вещами, там, дорогами ставерными себе очки зарабатывать, ну и так далее. Собственно, вот, друзья, заходите в магазин, ой, а это как? Короче, мы тут по-разному косячили, или... Или это я уже что-то тут... Может, ты переставил как-то? Наверное. В общем, заходите в магазин «Мир приключений» по ссылочке в описании. Ну, а с вами были Денис, Женя, и всем пока. С любовью канал «Твой игровой». Всем пока.